to myself. What a wonderful world. What a wonderful world. Друзья, всем привет! Меня зовут Богдан Булычев, и мы вновь собрались ехать в Арктику. На этот раз мы долго не думали и выбрали очередной японский внедорожник Mitsubishi L200. Почему Mitsubishi L200? На самом деле, вы прекрасно знаете, что мы путешествовали уже на нашем легендарном Land Cruiser 200 Super Бродяга. У нас был и рестайловый Prado, и рестайловый Land Cruiser 200. Но на этот раз Арктика диктует нам свои условия. Отправимся мы в самые-самые северные части нашего континента. Это Диксон и мыс Челюскина. Возможно, мыс Челюскина. Но, скорее всего, мы поедем только до Диксона. По той причине, что топлива там нет, нам придется везти с собой на этом трудяге 3 бочки по 200 литров для того, чтобы заправлять машину. Признаюсь честно, это наш очередной тест-драйв. На тест-драйв мы уже брали Hilux. На тест-драйв мы брали Volkswagen Amarok. И дошла очередь до Mitsubishi L200. Mitsubishi L200 мы выбрали, наверное, все-таки из-за его настоящих блокировок и из-за того, как он себя ведет на бездорожье. Об этом все знают. Не буду лишний раз об этом напоминать. Проверим, как эта машина покажет себя в Арктике. Из особенностей хочу сказать, у этой машины, на которой мы поедем, будет дизельный двигатель. У нас будет две машины. Первая машина будет оснащена механической коробкой передач, на ней гораздо легче будет топтать снег. Вторая машина будет на автомате. Это будет тяжелее, но я думаю, что мы как раз сравним их там в условиях Арктики, в условиях снега, в условиях целины, как они поедут. Что еще сказать об этой машине? Высокий клиренс, хорошие углы свесов, то есть это тоже на самом деле огромнейший плюс для нас. Пожалуй, наверное, это основные ее характеристики, по которым мы выбрали именно эту модель. А сейчас давайте посмотрим, как она выглядит в салоне. В салоне Mitsubishi L200, как и во всех его сверстниках, конечно, аскетический дизайн. Но могу сказать сразу, что в Арктике нам это будет практически по барабану. Самое главное, хорошая печка, которую мы уже проверяли в условиях такого экстремального холода. Ее проверял Саня Ёлкин, который на своем легендарном L200 уже гонял туда, куда многие даже в мыслях не могут добраться. Поэтому с обогревом здесь все в порядке. Самое главное, опять же напомню, это блокировки, настоящие блокировки заднего моста, блокировка дифференциала. Нормальный новый двигатель, они заменили двигатель. Теперь тут дизельный турбодвигатель, который выдает совсем другую мощность. Мощность будет сейчас в описании. Конечно, задняя часть салона. Самое плохое, что здесь у нас есть, это не откидные спинки. Но опять же, только из-за того, что это пикап. Мы прекрасно знаем, что отгибаться некуда. В машине у нас будет ехать по 3 человека. Двое спереди, один сзади. Соответственно, ночевать мы будем 2 человека в машине и 2 человека будут в палатке. Будем меняться, чтобы никому не было обидно, но ночевать в пикапе вдвоем, сами прекрасно понимаете, не очень удобно. Поэтому об этом мы отдельно расскажем уже, когда будем находиться в арктической экспедиции, потому что будет о чем рассказать, будут эмоции, будут живые ощущения. Давайте посмотрим, что у нас в кузове, потому что, опять же, мы выбрали пикап не просто так. Мы выбрали его только по той причине, что у него есть большой вместительный кузов. Напомню, что здесь нам везти порядка 600 литров топлива. Это немало, плюс еще будет приличное количество оборудования. Давайте посмотрим на кузов.
Ну, и теперь про кузов. Напомню, что у новой модели по сравнению с предшественником увеличенный ресурс по грузоподъемности. Сейчас, по-моему, 700 они увеличили до 900. Опять же, нам это только в плюс. Здесь будет у нас 3 бочки топлива в каждой машине, плюс огромное количество всевозможных вещей. Производитель предложил нам установить сюда защитный бокс, от чего мы отказались. Причина в том, что неудобно будет заправлять бочки, неудобно будет заправляться потом в Арктике машине, неудобно будет доставать лопату, что-то еще, если срочно это нужно. Там это будет все супер неудобно. Минус только один, что все будет в снегу, потому что снег там задувает просто вообще в каждую щель. Поэтому мы взяли открытый кузов. И опять же посмотрим, как все это будет выглядеть Арктики. Выбор сделан, мы остановились на Mitsubishi L200. Я надеюсь, что этот японский внедорожник нас тоже не подведет и доставит нас до нашего пункта назначения, и, что самое главное, вернет нас обратно. Мы поехали, увидимся в Арктике. До встречи. Но не всем планам путешественников суждено сбыться. И в этом году мы не едем в русскую Арктику, в суровую русскую Арктику, а мы едем в европейскую причесанную Арктику с асфальтными дорогами, с бетонными мостами, с подземными туннелями. И поэтому мы решили поменять автомобиль, но не поменять марку. Итак, встречайте Mitsubishi Pajero Sport нового поколения. Как вы видите, для новой экспедиции мне пришлось побриться, потому что это Европа. Мне пришлось переодеться, потому что большая часть маршрута будет проходить по цивилизованным городам и цивилизованным местам. Еще раз напомню, мы не поменяли марку, но поменяли машину. И на этот раз мы едем на Mitsubishi Pajero Sport. Почему Mitsubishi Pajero Sport? Ну, во-первых, нам не нужно везти больше 500 литров топлива в кузове Mitsubishi L200. Поэтому мы решили взять закрытую компоновку. Соответственно, остается Mitsubishi Pajero Sport. Также мы планируем провести несколько ночевок в машине. По аналогии с нашей предыдущей полярной экспедицией. Мы собираемся с собой вести съемочное фото-видеооборудование. Поедем мы вдвоем. Ну, начну прежде всего с ништяков. В этой машине можно сидеть без перчаток. Так как здесь есть самая главная опция, которая... Ну, действительно, мне, как полярному путешественнику, очень нужно. Это подогрев руля. Это первая главная опция. Во-вторых, здесь у нас топовая комплектация. У нас есть подогревы у всех сидений. У нас есть круговой обзор. У нас есть парктроники. У нас есть система остановки перед автомобилем, который едет перед нами. И я могу сказать, что очень хорошая, богатая комплектация именно по эргономике, по всему. Но самое главное, что есть Mitsubishi Pajero Sport, это настоящие блокировки межосевого дифференциала, настоящие блокировки заднего моста и нормальный полный привод, настоящий, так называемый. Конечно, он уже включается не рычагом, а шайбой, которая расположена на центральной консоли, но тем не менее своих ходовых качеств, своих качеств как вездехода, в кавычках, русского УАЗика, он не потерял. Сразу скажу про центральную панель. Мне очень нравится экран, а в частности даже не сам экран, а именно система CarPlay, которая очень хорошо синхронизируется с моим айфоном, и ну, это очень удобно. То есть на предыдущих машинах, которые у меня были, такой системы не было. Была вот архаичная система навигации, была какая-то вот не интегрирующая система с музыкой, максимум это был Bluetooth, и это все было всегда немножко корявенько, или на самый крайний случай это был USB кабель. Здесь все совсем по-другому.
И это, конечно, большой плюс. Хотел рассказать про две кнопочки, которые отвечают за подогрев передних сидений. Я, конечно, посмотрел обзоры Mitsubishi Pajero Sport, и все хают эти две кнопочки. Да, они как в старом Урале у моего деда были, но тем не менее, что же в них хорошего? Приведу вам простой пример. Если я включаю их на подогрев, и, к примеру, также включаю на подогрев руль, то после того, когда я заглушу машину и заново ее заведу, руль нужно будет включать еще раз. А эти кнопочки, как включенный включатель, будут включены постоянно, пока вы их не выключите. Для меня это плюс. Хоть и незначительно. А также у него очень хорошая эргономная подвеска, энергоемкая подвеска, потому что действительно, когда я только пересел со своего большого супербродяги, то мне было непривычно. Мне казалось, что он более жесткий, но, знаете, это вот сбалансированная жесткость, то есть это как раз нужная жесткость. Очень удобно себя чувствует при перестроении. Конечно, Валкас есть, как у любого рамного внедорожника, но она такая более собранная, и при этом очень хорошо проходит лежачих полицейских, очень хорошо проходит неровности, но если у вас в машине нет пассажиров и пустой багажник, то жопу, как на L200, немножко приподкинет, если проходить на скорости чуть-чуть быстрее, да, вот лежачих полицейских. Но в целом и в остальном машина мне очень нравится. Ну, а теперь, наверное, о главной ложке дегтя, потому что, ну, все в них хорошо, да, вот они взяли старую проверенную модель Mitsubishi Pajero Sport, изменили дизайн и, вы знаете, изменили его неоднозначно. Я вам расскажу одну историю. Каждый вечер я ставлю машину на парковке перед своим домом таким образом, чтобы, выходя из дома, я видел переднюю часть автомобиля. И тогда я реально радуюсь. Я выхожу, вижу тачку, вижу этот нереальный вот этот вот обвес передний, этот хром. Блин, они сделали все идеально. Но когда я ставил несколько раз машину задом к двери, из которой я выхожу, к двери подъезда, то, конечно, вот здесь есть эта ложка дегтя. Задняя часть автомобиля неоднозначна. Есть люди, кому она нравится, есть, кому она не нравится. Я отношусь к той части людей, кому не совсем нравится дизайн задней части этого автомобиля. Ну, опять же, если бы я не сказал ничего про задний диван, то это бы, наверное, был не полный обзор. Я довольно-таки вальяжно всегда люблю развалиться на кресле, несмотря на то, что здесь такая определенная посадка. Я пытаюсь подогнать под командирскую, приподняв кресло и отодвинув его назад, но мне за собой вполне удобно сидеть. Второй плюс этого автомобиля – это регулируемая задняя спинка. Но тут же есть минус. О нем уже все говорили, что когда сильно откидываешь спинку назад, она упирается в балку, которая регулирует заднюю шторку, да, которая закрывает багажник. Эти фиксаторы упираются просто в металлическую планку, их назад не вернуть. Для того, чтобы их отрегулировать назад, нужно снять эту планку и вернуть кресло в исходное положение. Это минус, но незначительный. В нашу скандинавскую экспедицию я уберу задние кресла по той причине, что здесь у нас будет комфортный спальничек, и здесь мы будем спать. Мы будем спать в Норвегии, мы будем спать в Швейцарии, и мы будем спать где? Правильно, мы будем спать в Финляндии и в Мурманской области. Без сидений будет гораздо комфортнее. Пойдемте, покажу багажник. Багажник у этой машины, кстати, довольно-таки вместительный. Единственное, что сразу хочется мне про него сказать. Опять же, после общения с другой, более старшей моделью его японского сородича, для меня он показался немножко узковатым. То есть я привык все-таки к более широкому багажнику и откидной задней дверце, на которой можно посидеть, приготовить еду, погладиться, вот, сделать все, что угодно. Здесь, конечно, просто одна дверь. Но в целом сам багажник очень большой. И еще раз говорю, демонтировав заднее сиденье предварительно, что мы будем делать завтра, мы получим огромную плоскую поверхность, на которой мы будем комфортно размещаться вдвоем в этой машине и абсолютно автономно жить в арктической части, пусть и Европы. Ну что, здесь под капотом у нас находится бензиновый двигатель. Его дефорсировали, но я могу сказать, что вот его мощности
этому автомобилю хватает примерно на 4 с плюсом. Все-таки, если вернуть его исходные настройки в лошадиных силах, то он будет, ну вот, идеален. Просто идеален, прям на 5 с плюсом. Что еще могу сказать? Здесь все настолько просто, здесь все настолько понятно, что, знаете, вот, ну, надежен, как японский трак. Я не знаю, насколько надежен японский трак, но мне кажется, что именно настолько он надежен. Во-первых, подводя итог некому обзору данного автомобиля, хотел сказать огромное спасибо моим подписчикам. Ребят, вам действительно огромный респект. Благодаря вам я продолжаю снимать свои видео, потому что вы ставите лайки, комментируете. И в тот момент, когда я уже думаю, что, ну, наверное, все, не надо снимать, не нужно делать видеодневники, но какой-то комментарий о том, что, блин, как круто, когда выйдет новая серия, мотивирует меня сесть за компьютер, смонтировать новую серию и загрузить ее на канал, чтобы вы ее посмотрели. Поэтому вам огромное спасибо. Также не забывайте подписывайтесь. Если вы делаете репост, то вам за это еще огромная благодарность и плюс 500 к армии. Ставьте лайки, друзья, и это меня мотивирует еще больше. И все-таки будет поднимать это видео в какие-то топы. Это первое. Вторая часть моего спича заключается в том, что действительно настоящий тест-драйв, действительно настоящий обзор мы получим только в самой экспедиции, в которую мы отправляемся уже через 4 дня. Мы проедем действительно по Арктике. Это будет немножко другая Арктика, не та, к которой мы были привыкши в Якутии, когда мы ездили. Но вот только после того момента, когда мы благополучно вернемся назад в Россию, я могу сказать, насколько хорош этот автомобиль. Потому что сейчас в условиях города это отличный автомобиль. Посмотрим, как он проведет себя в супер отрицательных температурах. Посмотрим, как он поведет себя в условиях Арктики. И, ну, я верю в него. Если вы верите в этот автомобиль, ставьте лайк. Если не верите, ставьте дизлайк. И пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой модели Mitsubishi Pajero Sport. Все, спасибо. С вами был Богдан Балычев. И до новых встреч. Следующая серия будет видеодневник из Арктики. Поехали. What a wonderful world. What a wonderful world.